пришли наши родители. Если в данный момент идет за службу в рядах казахстанской армии. И наша армия сегодня в ней ем цвете нет. Ты я защитника народа. Сегодня мы видим, что из нас ребят, которые достойны этого парня. Когда же в середине века повсюду жили рыцари, но жизнь была их велика, железная амуниция. Адамали учиться опытом боя. Они обучали искать дырком, стрелять из лука, метать копье, владеть мечом. Кроме военных наук, мальчиков приучали держать данное слово. Так, выберите на смелые и отважные. Капитан команды, выходите. Саша. When the bass drops, my ears go boom. Самолетик. Да. Справилась и одна, и вторая команда. Получили вот такие самолетики. Все по одному баллу. Значит, у нас получается 5 и 4. Итак, уход капитана. Капитана. Все, давай, 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 давай,
нарисовать там. Нет. Итак, и теперь вы... Хочу дышать, хочу дышать. Достаточно натренированными. Желаем вам удачи в спортивных достижениях.
Нашли мы наши половины. Мы поздравления шлем свои. Для поздравления есть причина. Ура, защитникам страны! Да. Когда на вашей потасовке на перемене мы глядим, то верим, с вашей подготовкой страну мы точно защитим. А мы под вашей защитой вполне спокойно будем. Покуда крепкие ваши спины, нам будет нечего тужить. Пускай под глазом заседает синяк, можно голубой. В учении тяжело бывает, гораздо легче будет бой. Поэтому, друзья, давайте от всей души, без лишних слов, от всех невзгод нас защищайте, но только чур без синяков. Мы, мальчишек, поздравляем и здоровья им желаем, чтобы росли большими и отличниками были. А теперь все хором, девочки, которые сидят, лентяйничают хором, поздравляем!